Цезарь. Спасибо. А вы, Цезарь, друг сердечный. Ну заходи, давно заждались. Нет, не поздно, да, конечно, не развязывай сандалии. Брось ты эту табуретку. Эй, принесите гостю кресло. Он у нас бывает редко. Так пускай пониже чресло. Пей, замерз ты, как собака. Угощайся. А, не курим. Эй, вы там! Кончайте плакать, мы потом добалагурим. Тут у нас такие гости! Украшение компании. Что, не спится на погости? Или плохо закопали? Или совесть беспокоит? Или соседи кровопийцы? Или что-нибудь такое, что забыли летописцы? Или, может, не забыли? Да. Писать об этом тошно. Знать за это и убили. Император не святоша. Без злодейства он не может удержаться на маршруте, как коске на смертном ложе. Ты мечтал о Марке Бруте? Да, мечтал. А вышел кукиш и эпитафий на прах твой. Милосердия не купишь, не измеришь тетрадрахмой. Милосердие для слабых сильным яло из флакона. Мне бы слабость, я бы тогда бы не стоял у Рубикона. Так почему же, боже правый, ты играл со мною в прятки? Почему не дал отравы? Тише, Цезарь, все в порядке. Ты у нас душа святая. Ты боец не за награды. Что,